Этому ЗАЗ-968М стукнуло уже 33 года. Пару лет назад запорожец обрел вторую жизнь. Машину, которая была не на ходу, купил Виктор Машанов. Вместе со своей девушкой Натальей он решил тюнинговать советский автомобиль. А взяли мы запорожец по одной простой причине, чтобы, грубо говоря, выделяться. Потому что у нас «Жигулей» очень много. У нас их, ну, с «Жигулями» что только не делают. И это уже банально, это неинтересно. Охота что-то увидеть уже на дорогах, что-то интереснее, ну, поинтереснее «Жигулей», там, иномарок, и как-то, ну, правда, выделяться из толпы вот из этой серой. Двигатель у «Жужи», как называют его хозяева, стоит родной. Со своими 40 лошадиными силами машина выжимает по трассе до 120 километров в час. Генератор ребята заменили на иностранный, а карбюратор поставили от «девятки». И это не единственные изменения. Здесь стоит пневмоподвеска уже. И ты в любой момент захотел ее приподнял, захотел опустил, куда-то поехал за город, в лес заехал, поднял ее полностью и поехал спокойно. А колеса стоят разварки, потому что здесь ступица такая своеобразная. И пришлось что-то как-то решать, потому что диски у него родные, они очень узкие. По дороге его кидает, это неудобно, резину уже не найдешь такую узкую. Некоторое время ушло на поиски зеркал. Ребята решили поставить оригинальные, а такие в магазинах уже почти не продают. У «Запорожца» появились светодиодные фары от «Нивы», хорошая акустическая система, звукоизоляция и итальянский руль. Это прям настоящее дерево. Он просто очень удобный. Здесь был такой руль большой, он постоянно тер об ноги, это неудобно. Ребята не только тюнингуют машину, но и снимают об этом влог. Ролики выкладывают на видеохостинг. Привет, дорогие друзья. Мы продолжаем прошлую нашу серию. Вскоре «Запорожца» ждут очередные изменения. ЗАЗ отправится на покраску и сменит свой оранжевый цвет. Ну что, прокатимся с ветерком.